чтобы стать богатым, нужно иметь хорошую работу. Ну, быть настроенным на то, что у тебя все получится, ты добьешься своей цели, что у тебя, ну, в дальнейшем все будет хорошо. Ну, и стараться вот учиться, кого-то попросить, чтобы тебе помогали. Нужно устроиться на хорошую, прихорошую работу, высокооплачиваемую, и ты станешь миллионером. Можно еще заработать хитростью. Так, допустим, это как? Ну, красть завод, например. Ну, я не знаю, если магазин какой-то закрывается, если директор там валяется или чего-то там еще, то можно встать на место директора. Можешь открыть свою маленькую компанию и найти хорошего спонсора. Потом можно открыть большую компанию и стать богатым. Я тогда открою другой магазин, там, где буду готовить. А готовить-то я хорошо умею. Подрабатывать где-нибудь. Ну, дворником там. Или макулатуру сдавать. И тогда точно станешь богатым? Ну, не богатым, но если так будешь копить, не будешь ни на что тратиться, то можешь стать богатым. Ну, найду хорошую жену. Ну, нужно, наверное, быть талантливым и стремиться к себе, знать свое дело. Если вот, например, или установить свое дело, что ты хорошо разбираешься в машинах, и вот и установить свое дело, чтобы сам ты чинил машины. Открыть магазин, заработать немножко денег, а потом уехать куда-нибудь, найти золото, вот, например, там в Турцию или в Таиланд, или на Карибское море, там найти золото, потом продавать это золото, и ты станешь богатым. Если не получилось в детстве закончить хорошо институт, то надо сейчас стараться, потому что каждой мечте есть свое исполнение. Можно съездить в какой-нибудь другой город, посмотреть там другие работы какие-нибудь. Например, в Москве там хорошая работа есть, я думаю. И работать там. Потом переехать сюда и купить себе что-нибудь, замок или дом какой-нибудь.